14 февраля – самый романтичный праздник. Стандартно на него дарят валентинки, цветы, шоколад. А какие подарки приготовили жители областного центра своим половинкам, узнаем у них. Букет цветов, конфеты. Эмоции, счастье. И быть, находиться рядом. Ничего не подарил. Не знаю даже. А была бы эта половинка. Ну, не знаю, что-нибудь там банальное. Что первое в голову приходит. Духи, может, какие-нибудь, да. Игрушку. Лена, очнись. Он у меня служит, поэтому не готовила ничего. Ладно, спасибо. А мне некому готовить. Не знаю еще пока. Не знаю. Может быть, деньги, наверное, чтобы он мог сам купить, что ему нужно. И что бы вы подарили на 14 февраля своей валентинке? Не знаю, цветы, наверное.